Мы продолжаем награждать игроков, которые попали во втором игровом дне в символическую сборную. И сейчас у нас на очереди Александр Васильев, «Фортуна-2003». Саш, ну расскажи нам, пожалуйста, про второй игровой день, как прошел он для твоей команды. Ну, нам нужна была только победа, и, по идее, нужно было как забивать как можно больше. Поэтому мы старались, дождь нам не помешал, мы вышли собрано, сконцентрировано и назабивали голов много. Но для меня было неожиданно, что я попал в сборную тура. В принципе, по идее, должны быть атакующие игроки попадать. Тоже должен защищать ворота, правильно? Понимаю, особо вчера не было таких сложных эпизодов. В принципе, они особо не атаковали, поэтому, спасибо, что признали. У вас вообще интересная ситуация в группе. Вы сейчас занимаете второе место наравне с Гефестом. Можно сказать, что игра сейчас с Барнаулом, она вот решающая, как настроить? Да, это очень ответственная игра. Нужно побеждать и побеждать еще с крупным счетом, чтобы обойти Гефест и занять первое место. Поэтому будем стараться. Отдохнули, собственно, есть силы перед важнейшим матчем против Барнаула? Да, в принципе, одна игра в день – это не так уж тяжело, поэтому есть силы, должны выходить и играть на победу. Александр, ну от лица любительской футбольной лиги и нашего партнера компании 1xBet специальные призы игрокам, которые попали в символическую сборную, мы тебя поздравляем, поэтому попадай еще и получишь еще подарки. Спасибо.